Всем привет, ребята, с вами я, Кента ПК. И сегодня ваш Кента ПК провел очень много разных экспериментов. И все это я делал только с одной целью, чтобы узнать топ-3 самых крутых оружия в игре Black Strike. Ну что же, поехали. И наше третье место занимает такое оружие под названием АК-47. В принципе, ребята, это оружие знакомо каждому из вас, оно довольно-таки неплохо, и прямо сейчас мы все это проверим на нашем подопытном, а именно Лорд Фениксе. Лорд Феникс, вы готовы к смерти? Все, минус Лорд Феникс. Проблема этого оружия, то что в нем слишком большая отдача и слишком большой разброс. Вы только посмотрите, когда я зажимаю, то разброс очень большой, просто мега большой, поэтому это оружие занимает именно третье место. И наше заслуженное второе место занимает снайперка под названием FD-338. Конечно же, вы меня спросите, почему именно она. Ребята, я вам сейчас просто все наглядно покажу. Я стреляю вот прям в пупок Лорд Фениксу и минус Лорд Феникс. Ребята, я считаю, что это оружие очень хорошее. И я скажу даже больше, оно лучшее оружие в самом роде, но только в правильных руках. Если это оружие будет в правильных руках, если вы к нему привыкнете, ребята, вы будете просто машина для убийств, и вас будет нереально убить. Изи, изи, изи. Только я хочу, чтобы вы учли то, что она убивает с одного выстрела в тело и в голову. Но если вы стреляете в ноги, то тогда только с двух. Ну, это тоже такой важный нюанс. Но, ребят, как по мне, все равно довольно-таки неплохо. И наше первое место занимает оружие под названием АУХ. Конечно же, ребят, я уже чувствую ваши комментарии и как у вас там горит ваш пукан. Кента ПК, АУХ для нубов и так далее. Ребят, возможно, он для нубов, но это просто машина для убийств. Вы только посмотрите, какой... Вот посмотрите на разброс. Разброс минимальный. В сравнении с АК, АК тут разлетелось, грубо говоря, раз, два, три, четыре, пять, на пять кирпичиков. А тут, ребят, всего лишь три кирпичика. То есть разброс, грубо говоря, вдвое меньше. Поэтому это лучшее оружие, и если вы нуб, то можете смело брать и использовать АУХ, потому что при помощи этого оружия вас почти нереально убить. И самое главное, если вы стреляете с зажимом, как я, то именно при помощи АУГа вы сможете убить любого противника. Вы просто посмотрите. Просто я зажимаю и минус Лорд Феникс. Ребята, все предельно просто. И я считаю, что это именно три лучших главных оружия. Ребят, я еще хочу составить еще один топ, но если вы не поддержите вашими лайками, то, ребята, тогда будет топ лучших пистолетов. Ну что же, с вами был ваш Кента ПК, всем удачи, всем большое спасибо за просмотр, спасибо Лорд Фениксу, всех люблю, всем удачи, обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, с вами был ваш Кента ПК, всем удачи и всем-всем пока.